Всех приветствую на своем канале. В этот раз решил попробовать просверлить закаленную сталь К-340 вот такими кобальтовыми сверлами Hammer Flex. Имеется два сверла, шестерка, восьмерка. С кобальтовым напылением, я так понимаю. Быстрореющая инструментальная сталь ХСС Кобальт М35. Угол заточки кромки 135 градусов. Ладно. Давайте откроем, посмотрим. Вот такое сверлышко. Я, если честно, не уверен в том, что я ими К-340 просверлил. Скорее всего, нет. Но за неимением так Bosch Multiconstruction попробуем этими сверлами. Раз. Вас коробочки, ну что, перемещаемся тогда на сверлильный станок. Пробуем сверлить. Есть вот такой клинок К-340, вот такой. Вот сверлим шестеркой. Пробуем. Низкий оборот. 180. Пробуем. Здесь есть старые. Начинал я что-то сверлить. Капаем маслечко. И поехали. Смотрим сверло. Сверло облизалось. Практически. Давай поставим восьмерку. Bosch Multiconstruction. И только, наверное, им я что-нибудь просверлю. Раз, два, три.
даже не вгрызается. Пробуем больше оборота. Семьсот пятьдесят. Сверлим. Хорошие, но не для этого. Вот они лижут сталь. Все. Ладно, на этом эксперимент, считаю, будет законченным. HammerFlex HSS. Не хочет. Всем пока.